пассажиры, наш лоховоз. Ой, нет, извините. Наш автобус следует по маршруту площадь Ильича, тупик Вольфовича. Приготовьте денежки за проезд. Сейчас мы с вами сыграем в слабое звено. У меня в сумке 50 рублей. Хотя могло быть и 300. Кто еще не оплатил за проезд? Кому я еще не оторвала? Кто хочет выпрыгнуть из окна на полном ходу из автобуса? Кому дать пинка под зад? Пришло время определить слабое звено. Челодой маловек. Ой, что-то я сегодня не выспалась вся. Молодой чебурек. Нет, не то. Ну, молодой черновой молодняк или как-то. Слишком много на голове, не соображаю. В общем, мужчина. Ну, в смысле, молокосос. По ушам вижу, что у вас нет билета. Денег нет, да? Это что-то новенькое. Очень новенькое. Сейчас мы как раз проезжаем по мосту через реку. Мы сыграем с вами в игру. Кто хочет стать глубиномером? О, сразу деньги появились. Молодец, тот уже. Кстати, клинические исследования показали, что у пассажиров, которые купили билет, зубы сохраняются до конца проезда. Мужчина, ну как вам не ай-яй-яй? Ну что же вы с лошадью в транспорт городской залезли? А? Это не лошадь? Он мне будет рассказывать. А кто же это такая лохматая, ржет всю дорогу, зубы вперед? Что? Это ваша теща анекдоты читает? Отберите немедленно. Вы что, минута смеха добавляет год жизни? Вы хотите, чтобы ваша теща зарядилась как энерджайзер? Думать надо. Граждане пассажиры, сегодня спонсор нашей проездки МТС, компания «Моторно-тракторный сельпо». Благодаря нашему дорогому спонсору сегодня все входящие бесплатно, а выходящие 10 рублей. Для безбилетников праздничные скидки из окна. Обелечиваемся, обелечиваемся. Интересно, этот спящий урод мне заплатит? Бомж какой-то. Я угадаю это с 7 ударов. Эй, чудо-йогурт, лохматый, облезлый. Вставай, вставай, вставай. Фу, запах какой. Что? Это новые духи? Хьюго Скунс? Ну, понятно, старая история. У вас, конечно, украли документы, деньги нужны на операцию по пересадке волос. Вы самое дряблое звено. Убирайтесь отсюда. Поберушка, я конкурентов не потерплю. Граждане, подайте, кто сколько может. Ой, заразился, извините. Обелечиваемся. О, какой красивый мужчина. Что у вас нет билета, чем платить будете? Натурой? В каком смысле? Стриптиз покажете? Граждане, освободить середину салона. Мужику нужен подиум. Ну давай, Тарзан с бодуна. Давай! Ха-ха!
ёкарный трамвай. Мать моя, кондукторша! Ядрить меня в компостер! Смотри, что творит, а! Закройте окно! Брюки улетели. Мужчина, рубашку от себя далеко не бросайте. Упрут ведь здесь, сами понимаете, кто. Женщина, вы зачем мужику в трусы деньги суете? Суйте мне в сумку. Что делать? Соображать надо. Все, мужчина, хватит, хватит, мужчина. Мужчина. Ну что ж вы меня не предупредили, что у вас проездной на весь год? Эх, была бы я помоложе лет на 20, я бы вас так обилетила по самые рессоры. Граждане, оплачиваем стриптиз, проезд. Чё-то я сегодня вся не выспалась. Молодежь, что у вас за проезд? Это кто кенгуру с сумкой? Это кто чувиха крызанутая? Это я чмо в бегудях? Слушай, ты! Чижик бройлерный! Ты на кого хлеборезку раскрыл? Дятел бамбуковый, пингвин отмороженный. Ты на кого Дусю крошишь? Захлопни свой компостер. Гони бабки, покупай тикет. Тикет покупай. А то я твою тусню опрокину, ты у меня только алсу будешь слушать. Где я так наплатыкалась? А я возле школы живу. Не проходим мимо, башляем, ой. Обелечиваемся, обелечиваемся. Извините, старший негр. Я подумала... Ой. Лучше не говорить, что я подумала. Что у вас за проездку? Ну, что вы улыбаетесь, будто у вас 32 зуба? Билетик, ферштейн? Не ферштейн, да? Темнота. Граждане, кто знает, как по-африкански деньги вообще? Слышь, Гондурас Иванович! Занзибар Степанович! Плати 10 рублей! Эфиоп Матвеевич! Давай, давай, мани-мани, быры-быры. Гривны, танька, я не знаю, что там у вас в Эстонии. Ну, в Эфиопии, это же рядом. Смотри, понимает, пачку баксов дает. О, давай, давай, что? Сдачи не надо? А у меня и нет. Слышь ты, акуна матата. Ты что, новый русский, да? А почему у тебя деньги черные? Африканские, что ли? Ах, просто грязные. Так вы не негр? А кто вы? Кочегар? Из забоя? Ах, из запоя! Нет, пачку лотерейных билетов подсунул. Ты аферист проклятый. Так, мужик, не тяни руки, а то заставлю жениться. Слушайте, мужчина, а почему вы в транспорте с семечками набросали тут кучу шелухи? Это не шелуха? Это перхоть? Простите за нескромный вопрос. Вы каким шампунем
голову моете? Что, вы кипятите? Ну, тогда пейте Хрендл-Шолдерс. Перфит как рукой снимет. Появятся прыщи, кариес, критические дни. Но при вашей внешности это мелочи. Слушайте, а что это ваша перфит ползает, а? Под ней кто-то прячется, что ли? Я поняла, денег не надо. Не прикасайтесь ко мне, вы заразное звено. Выйдите отсюда, обелечиваемся. Кто билет не приобрел, тот ободранный козел. А кто билет купил, тот придурок и дебил. Хороший пассажир. Что-то я сегодня не выспался. Девушка, какие у вас жирные волосатые ноги. Ну, что вы возмущаетесь? Я говорю про ножки в буш, у вас в авоське. Это не авоська, это колготки в клеточку. Скажите, а что это за свиная голова у вас в руках? На холодец брали? Это голова мужа. Мужа на холодец? Ах, его дверью прищемил. А туловище по улице бежит? Привет, мозг! Господин Башка! Ну и как мне вас теперь обелетить? Слушай, колобок переросток. Вам на какой остановке выходить? А? Универмаг? Поздравляю! Вам бежать надо в другую сторону! Граждане пассажиры! Вы еще не взяли билетика? Тогда я иду к вам! Спасибо, спасибо, Соня. Спасибо большое. Как приятно дарить цветы.